вчера в одной из квартир я устанавливал шторки на пластиковые окна, и когда я работу закончил, поехал, смотрю, а у меня вот эта вот стрелка на шкале, вот на этой вот толстой посередине между 90 и вот этой вот горизонтальной, установилась, и все, и дальше вверх не поднимается, вот резко, буквально. Вот когда подъезжал, все было нормально, а когда отъезжал от этого дома, и вот эта вот стрелка стоит, и все посередине от 90 до вот этой горизонтальной. Я сразу понял, что у меня не работает термостат. То есть у меня жидкость движется по большому кругу. Я уже термостат менял. Это вот первый термостат. И я сейчас пойду в магазин и буду смотреть либо термостат в сборе, либо отдельный термоэлемент буду покупать. Ну, похоже на этот. Вот сейчас я, наверное, в магазине это буду снимать. Вот эту часть. Но когда у меня термостат перестал тоже работать, но не такие показания, конечно, стрелки на шкале были, а немножко меньше, я и то испугался, потому что было очень холодно. И я сразу же заменил. А тут в буквальном смысле, вот резко, вот не поверите, подъехала, выезжал, уже температуру показывала другую. Вот сейчас мне нужно вот так вот провернуть. Вот так. И вытащить этот термоэлемент, который у меня после изъятия из этого корпуса, я видел, что были какие-то подтеки. Это вот я видел, были подтеки какой-то жидкости, парафина, что ли. Сейчас пойду в магазин искать, возьму это все с собой и буду смотреть. Может, что-то я и выберу. Может, отдельно этот термоэлемент куплю. А может, все в сборе. Похоже на вот это вот место. Место крепления. Чтобы главное крепление подошло. В общем, как-то вот, вот здесь я открутился. Видите, какое отверстие маленькое. Вот здесь вот. И плюс еще это вот отверстие вот так идет по малому кругу. Только один как раз, да? Да. Тут какая-то плоскость, тут плоскость вообще идеально ровная, тут вот с какими-то этими шероховатостями. А тут просто плоскость. Вот этот термостат у меня вышел, наверное, на второй год. А вот такой я купил, установил в сборе. Он продержался очень долго. И вот мне вот эта вот поверхность, она что-то мне не понравилась. А здесь и тут такая же поверхность, ну вот один в один. Черный. А если бы его у вас купить, и я проверю его в воде, и вдруг он у меня, например, измеряя градусником, ну, то есть в воде, он у меня там не откроется, я могу вам принести, да? Принесу. Да? Вот видите, продавец мне сказал приносить. Я здесь постоянно покупаю, и здесь тоже купил вот такой же черный. А что там еще есть? Ничего. Прокладки нету? Нет, прокладки есть, отдельно продается, да, прокладка? Прокладку обязательно нужно покупать, потому что без прокладки от двигателя, от корпуса двигателя переходит тепло на этот термостат, чтобы тепло от двигателя отделить.
чистая вода работала, и тогда будет температуру показывать ту, которая нагревает воду, а не сам вот этот вот именно термостат, сам металл. Именно прокладку обязательно нужно ставить. Давайте тогда прокладку еще. Вот я для этого и прокладку сейчас буду покупать. Но проработал все равно этот термостат у меня больше. Это скорее всего упоры какие-то. Вот, все, туда. Сколько стоит он? Слушай, разницы нет, какой тут термостат брать, или этот с этой коробочки. Тут без разницы. Я смотрю. 3 рубля. Все, беру. Любой, какой дадите, такой и возьму. Налил в кастрюлю воду и отпустил термостат, чтобы площадка касалась именно чего-либо. Ну, я тут вот этот вот утеплитель притащил, и теперь площадка как бы держится не на дне кастрюли, а на этом утеплителе. Постоянно воду там двигаю, чтобы она размешивалась равномерно. И смотрю на температуру. Вот уже 71. А также смотрю туда вот вовнутрь. Если вода начнет прибывать, я сразу посмотрю, сколько градусов открытия этого термоэлемента. Вот специально. Где-то на середине держу уже рукой. Можно, конечно, было и туда затолкать. Это бы еще лучше бы было. Ну и так тоже идеально, потому что снизу тоже вода поступает и там тоже нагревает все. Вот так вот я двигаю воду. Еще до 85. Очень долго и долго. Специально поставил на медленный огонь, чтобы равномерно вода нагревалась не быстро, а сразу и корпус термостата тоже нагревался вместе с водой одинаково. Вот так вот я решил не торопиться. Итак, я потихонечку сейчас я сделаю замер нового термостата, который купил только что и принес. И что получится, сейчас мы узнаем. Так, вода еще не поступает. Мне главное, чтобы вода поступала. Как начнет поступать, так мы и увидим заявленную температуру этого термоэлемента. Пузырьки выходят, это очень хорошо, чтобы было все без пузырьков. Но я там постарался, чтобы не было пузырьков, но все равно пузырьки есть. Вон даже видно, как вот отсюда пузырь вышел. И снизу тоже пузырь маленький вышел. Так, уже 80 скоро будет. Просто наблюдаем, это будет и очень интересно. Если что, у меня есть кассовый чек. Я обратно отвезу. И даже менять не буду, поеду в другой магазин. Ждем. Температура 80 градусов. Два градуса. Ждем. Термостат своей площадкой не контактирует.
дном кастрюли. Вода нагревается на медленном огне. Ждем 83. Еще 2 градуса осталось. Ждем, ждем. Не уходим. Смотрим вовнутрь и смотрим на температуру. То есть у нас есть все-таки 2 глаза. Одним глазом сюда, одним глазом туда. Смотрим. Осталось чуть-чуть. 84. Воду размешиваю. Так, 80. Скоро будет 5. 85 или 6 уже. 86, это очень здорово. Термостат еще. Нагревается вместе с термоэлементом. Уже 87. Явных признаков еще никаких нет. Смотрим. Градусник у меня находится посередине толщины воды в этой кастрюле. Все равно я размешиваю. Двигаю эту воду туда-сюда. Никаких признаков. Вода уже скоро закипит. 80, наверное, 7 уже. 88 скоро будет. Вот-вот-вот, начал открываться. 88. 88 открылся. Вот этот вход. Ну, я считаю, отлично. Я доволен. Ну и все. Отключаю. И горячее все. Короче, открылся. Вот этот вход и уровень воды стал одинаковый. То есть уровень здесь и здесь одинаковый. По идее, на закрытие надо бы посмотреть. Вот смотрите, раз, вода ушла. Раз, вода прибыла. И сейчас мне нужно найти какую-нибудь проволочку, что ли. Мне проволочку никто не принесет. Она где-то лежит. И никто не принесет проволочку. А я хочу узнать, какая температура воды при остывании. И этот термоэлемент, вот этот канал закроет при какой температуре. Мне какую-то проволочку принесли. Я не рад этой проволочке. Ну, все равно молодцы. Кто эту проволочку принес, я бы с этим бы человеком бы расправился. Расправился таким вот образом. В подпол бы его отпустил, и чтобы он там картошку перебирал от длинных росков. Я затолкать не могу. Надо это, закончить этот фильм, этого человека выгнать в подпол. Так я, наверное, и сделаю. Понравился мне этот термостат. В общем, буду его устанавливать. Буду его устанавливать. Это будет уже вторая серия фильма про этот термостат.